Letter B, песня вот эта, как символ от нашей. А это вот мне подарили вышивку. Это All You Need Is Love. Это все, что надо, что это любовь. Вот это все их 13 пластинок. Притом это оригинальные пластинки, когда они выпущены, такие они у меня есть. Те года. Вот. Ну, как, к примеру. А вот пластинка. Белый альбом. Если белый альбом выпущен, они номерные, каждый альбом имеет свой номер. Если первые 7 номеров отдали Битлсам, это 4, они шофёрам, там, родственникам, а потом они все были в продаже. И вот всего 50 миллионов был тираж, вот у меня 6-тысячный. А вот этот самый, где они выступали, Казер-клуб. А вам, говорит, там вам есть площадь Битлс. Тюрьма, где они сидели за хулиганство. А вы все места объехали или у вас есть там какие-то еще планы, куда еще бы съездить? Да, много. Основные, да. Don't let me down. Обратите внимание даже вот на тот аппарат, из которого сейчас звучит музыка. Я думаю, что мало кто из вас видел вот такую вертикальную загрузку дисков, если это не CD-шный плеер или не CD-шный проигрыватель. Вот, а тут целый винил можно совершенно спокойно поставить, и он будет играть с очень хорошим звуковоспроизведением. Она и сейчас-то, в общем-то, суть по вашим лицам вызывает некоторое... Мясники она называет. Да, шоковое состояние. Но в 60-е это было, конечно, действительно потрясение. И поэтому обложка была заклеена. Сейчас диски... Вы понимаете, что это уже переиздание, да, это копии. Тут, кстати, 5 альбомов. И здесь все варианты, которые, в принципе, существуют этого альбома, они воспроизведены. Так вот, диск стерео с незаклеенной обложкой стоит $2,500. На аукцион. И таких осталось вот буквально 1-2-3. Вот это вот самое. Такое вот. Today. Они тогда были, когда были они вот в Америке, они выпустили эту пластинку. Это вот не снимать. Это они баловались наркотиками. Бобинник самый считается лучшим в мире. Его стоимость была, когда он там был, и стоимость Жигулей, и стоимость бобинника была одинаковая. Просто цена. Ну тот же проявитель винила, усилитель и все. Это дом довоенный, и сверху стояла печка. И когда вот мы начали копать, видели этот фундамент, думали, что его разбирать. Там как раз искать в этом пример, и вот его облагородили, сделали. Thank you.